12 юных талантов Гомельщины. Выразить любовь к родине, активную гражданскую позицию и неравнодушие к будущему страны. На марафоне «Единство в Жлобине» подвели итоги областного этапа открытого конкурса рисунка учащихся начальных классов «Мы вместе» и республиканского конкурса сочинений на тему «Что такое единство?». Творческих конкурсов в Республике Беларусь, в Гомельском регионе проводится очень много, но этот конкурс особенный, он знаковый, потому что ребята попытались отразить в своих рисунках тему единства. Они попытались в рисунке рассказать, что такое единство. И действительно, для ребят начальных классов, а в конкурсе принимали участие первые и четвертые классы, действительно, средство изобразительной выразительности – это самое лучшее открытое средство, которым они могут передать свои чувства и эмоции. На отборочные этапы конкурса сочинения прислали 7 тысяч ребят. Еще около 8 тысяч соревновались в конкурсе на лучший рисунок. Это твоя работа, правильно? Расскажи, что ты здесь нарисовал? Я здесь нарисовал, как люди трудятся, собирают пшеницу, колоски, чтобы приготовить из этого хлеб, мучные изделия, чтобы все вкусно покушали и были с хорошим настроением. Хорошо, а тема была «Мы вместе», правильно? Почему ты решил именно такое нарисовать? Когда люди собирают это, они делятся этими все мучными изделиями. И когда ты кушаешь, ты чувствуешь какую-то нежность, насколько это все приятно, как люди старались это собирать. Гуашью, фломастерами, простыми и цветными карандашами, акрилом и акварелью. Вот и выставка творческих работ открытого конкурса рисунка «Мы вместе». Посмотрите, какие талантливые ребята создавали эту красоту. Ярко, насыщенно и, ну, наверное, я тоже так в детстве рисовала. Может быть, даже не так хорошо. Валентина Трубач, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».